Как увидеть в безвыходности выходность? Вот мы находимся в этом лесу, вот, вокруг меня лес. Я стою и смотрю влево, вправо, назад, в сторону. Я не вижу выхода с этого леса. Я не вижу выхода с этого леса. Нету нигде просвета. Но сойдите с того места, на котором вы стоите, и посмотрите на него изнутри себя. У вас под ногами будет дорожка. И не видя выхода вот с этого леса, потому что ты смотришь на этот лес, но увидя у себя под ногами эту дорожку, ты начинаешь по ней идти. Ты просто начинаешь по ней идти. Но когда ты по ней идешь, то ты обязательно куда-то выйдешь. Когда ты идешь по некой дорожке. Хотя вокруг вас, когда ты подымешь голову и посмотришь, кругом будет безвыходность. Куда бы ты ни посмотрел, ты не видишь выхода. В любую сторону ты смотришь, у тебя там то, у тебя там то в неврозе, то, один негатив. Но увидя и осозная одну вещь, что ты выйдешь, когда ты идешь. Идите, просто идите. И вот это и есть безвыходность и выходность. Когда ты идешь, ты по-любому куда-то придешь. Потому что за любой путь он заканчивается. Он куда-то выводит. И поэтому, не видя выхода, вы идите. Вы просто идите. Вы идите свой путь, и вы обязательно куда-то выйдете. Обязательно.